Друзья, здравствуйте! Мы вновь в легендарном гараже, в котором мы в прошлом году устанавливали печку «Золушка». И сейчас о своих ощущениях от работы с этой печкой нам расскажет Алексей, владелец. Привет, Евгений. Привет, рад тебя снова видеть. Спасибо. Ну, скажи, не подводила тебя печка в этом году? Нет, в этом году не подводила, и в том году тоже не подводила. Ну, мы еще тот год застали. Ну, в принципе, печка, видно, что работает. Сейчас тем, кто оставлял к тому видео негативные комментарии, мы постараемся доказать, что печка отапливает этот гараж. И более того, мы приготовим сегодня вкуснячую кашу. Так что совместим приятное с полезным. Печь затопили, сейчас начнем готовить кашу. Сейчас засечем время, за сколько у нас закипит вода. Становится уже тепло возле печки. Весь гараж, конечно, еще здесь холодно. Но возле печки уже прям хочется снять куртку, что я, собственно, и сделаю. Кто-то называет эту печь щекотницей. Ну да, дровишки сходят маленькие, но ходят их довольно много. Вода закипела, начинаем готовить. Прошло ровно 6 минут. Прошло полчаса, здесь уже довольно тепло. Что еще вы хотите от печки получить? Гараж она нагрела, обед приготовила вкусный. Только что не пляшет, наверное. Печка пышет жаром. Каша у нас готова. Сейчас будем кушать. Так что, я не знаю, что вам для счастья еще нужно в гараже. Готово! Я уже даже и толстовку снял, потому что очень тепло в гараже стало. Несмотря на то, что топим мы, получается, еще час где-то, да? Алексей, у нас к видео было все-таки много довольно таких комментариев недоверчивых. Расскажи, как ты ей пользовался? Слушай, Жень, конечно, у меня тут не откроешь СТО, каждый день я ее не топлю, но когда мне приходилось приезжать в гараж и делать машину, то печку я растапливал, и где-то через час она уже была, ну, градусов 3 было. То есть, если, допустим, у нее обычно минус 10, 3 градуса будет, уже не 30. Мне хватало этой печки маленькой. То есть, ну, тут не было прям жарко-жарко, но, тем не менее, работать уже было приятно. Ну, то есть, чтобы здесь можно было жить в этом гараже, печке потребуется работать несколько часов, но
для комфортной работы. Час-два, и в принципе. Да. Ну и вот за то время, когда топится, можно здесь как раз приготовить себе либо чай в чайничке, либо вот такую простую незатейливую кашку и вкусно провести время с друзьями. Надеюсь, что этим видео мы вам доказали, то, что печь Золушка вот такая вот печь. Заходите на сайт farnax.ru, заходите к нам в магазины, розничные магазины Farnax, ждем вас. Мы будем снимать еще больше историй про то, как то оборудование, которым мы торгуем, работает у своих владельцев. До новых встреч! Ну что, давайте кашу пожрем.